21 января 2018 года на западном побережье США разыгрался шторм Джексон, принесший обильные снегопады. В штате Колорадо частично нарушено движение автотранспорта, а также отменены 200 авиарейсов в международном аэропорту Денвера. В штате Юта в горных районах выпало 500 мм снега. Катаклизмы зачастую вызывают у людей страх, и прежде всего страх неизвестности, который более всего будоражит воображение. Но этот страх существует лишь до тех пор, пока неизвестное не превратится в известное. Для того, чтобы познать неизвестное, надо им интересоваться, надо расширять рамки своего мышления. В противном случае, как человек может увидеть что-то новое, если его мышление адсорбирует только то, что ему знакомо, ставит соответствующие ограничительные рамки для поступающей информации. Суженный кругозор и отсутствие глубинного миропонимания также порождают в человеке боязнь соприкоснуться с вечным и утратить то временное, что он имеет сейчас. В наших возможностях выбрать вечную, настоящую жизнь.